Я вас всех благодарю, что вы принимали участие. Все-таки 10 лет с вами как-то мы это сотрудничали, да, наверное, брали информацию какую-то. Но все-таки мы убийцу этого поймали, как оказался все-таки маньяк. Я лично думаю, что он вояк. Когда все это случилось, 19 августа 2011 года, когда все это случилось, сестра позвонила, я говорю, Марина, это неправда, это шутит над тобой. Она говорит, нет, нашей Даши нету, не спал нашей Даши. Да, она росла очень сильная девочка, потому что она росла среди братьев, она была... Боевой. Могла любого защитить, поэтому она не боялась нигде. Ну, так произошло. Этот урод отнял жизнь ни одной Дарьи, да. Ни одной Дарьи он отнял жизнь. Он отнял жизнь у нее, у отца, у меня, у тетки, у другой тетки, у бабули, которая ее бесконечно любила. Ведь у нее два сына. Третьего хотел ребеночка, девочку. Девочка у нас будет. УЗИ показала. Мальчик. Как мальчик? Мы девочку это... Ждали. УЗИ показала мальчик. Вдруг рождается. Напомню, мама звонит и говорит, рождается девочка, говорит. Я говорю, Марина, девочку родила. Мам, как девочку вчера сказали, позавчера УЗИ сказали мальчик. Она говорит, девочка. Я говорю, ой, это подарок, Бога подарок. Ей имя только Дарья, Дарёна, она подарена нам Богом. Ей только Дарёна имя. Назвала Дарёнушкой. И тут когда-то брала у нас этот подарок Божий.